Пойдем смотреть, что там зимой поменялось. Вот сюда. Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, с вами Вредный Нот. Мы продолжаем играть в игрушку Фрейд Боу. Мы превратились в дерево. Напоминаю, нас затыкал овощ какой-то там, какой-то палка-убивалка и что-то такое. И нам теперь нужно выбраться с этого долбанного мира. Ёптыть. А гора, дерево, немного вот, должно быть это лес. А, кажется, это... А, о, кажется, это путь к рынку. Это путь к замку и библиотеке. Так, спокойно. Спокойно. Хорошо. Так, секунду. Ну, да, мне кажется, это... Это поднимается, нет? Жюри, это поднимали уже. О, карта. Да? А читать я не умею, да. Так, ладно, это вот замок. Любопытно. Написано ли здесь Северса? Должно быть это так? Наверное. А, погоди, в смысле, а, вот сюда пошли. Надо, смотри. Морковка, кует что-то. Тут реально одни морковки. Привет. А, кто здесь? Кто? А, ты меня не видишь, что ли, алё? Я Френ, вы меня не видите? А, теперь вижу. Я, у тебя 4 глаза. Ух ты, в смысле 4 глаза? В смысле 4 глаза? У меня очков нет, алё. 4 глаза? У меня не... Что вы продаете? Самый лучший пломбас со всей земли. Хочешь его понюхать? А, ну, давай. Конечно, они похожи на кокосы. Это какашки, мисс. Какашки, которые собираю, это не кокосы. Какашки, как кто эти? Ничего себе, я думал, какашки есть плохо. Плохо? Почему? Они вкусные. Дети их любят. Они помогают расти и сиять. А, ну правильно, мы тут с голоду помрем нахрен. Это ж растение. Это ж удобрение. Мне нужно идти. Удачи с пломбасами. Пока. Привет, я Френ. Что вы делаете? Добрый день, я Прутер. Я кую этот кусок железа. Зачем? Для чего? Мне нужно сделать часовщику несколько деталей. А, понятно. Вы делаете любую работу по металлу? Конечно, если у тебя есть идеи, мы можем их обговорить. И тук-тук, и я это сделаю. Это хорошо, спасибо, сэр. Ага, значит, смотри. Мы теперь знаем, что один продает какахи, другой что-то может чего угодно сделать. Третий, наверное, ткань. Пора работать, если тебе нужны мои услуги, ты знаешь, где меня найти. А, да. А, хороший день для ткани и ниток, к вашим услугам. А, и все, что ли? Хорошо, ткани и нитки, чтобы делать вещи. А это что за это ходит? Ладно, пускай ходит, там, в принципе... Подожди, часовщик, муравей. Что-то это, наверное, сейчас будет значить. Не знаю, почему. У меня почему-то плохая ассоциация, когда с тем еще слово муравья. Здравствуйте, что вы делаете? Работаю над своими часами. А, да, мы же волшебника ищем. Понятно, сэр, вы знаете, где я могу найти великого волшебника? Нет, мисс, я делаю часы, чиню часы, слушаю часы, тик-так. Понятно, а гора где? А вы знаете, где находится гора Котром? Гора Котром существует в зимнее время, иначе это обычная гора. Хорошо, где обычная гора? Я не могу ждать до зимы. Король сказал, что волшебник будет в горе Котром. Тебе не нужно ждать зимы. Это абсурд. Время — это бесконечная слоистая реальность. То есть, в принципе, там, что летом, что зимой придут, это все равно будет та же самая гора. Ну, понятно. Что ты меня путаешь там? Слоистая реальность. Звучит здорово. Что мне тогда делать? Иди к большим часам и поменяй время года. Просто поменяй его. В смысле? Не охотятся эти часы. Иди к замку, но когда увидишь лестницу, поверни налево. Ты найдешь большие часы на дереве. Удачи. Спасибо, сэр. Вы очень добры. Пока. А-а-а. Подожди, мы тут что сейчас это... В смысле, можем это времена года менять тут? Да ладно, подожди. Если тут времена года менять, прикинь. Тут так-то черт ногу сломит. Не понятно, что делать. Еще и 4 времени года. В 4 раза сложнее. Ё-моё. Здравствуйте, леди. Что нового? Добрый день. Желаешь почитать газету? Я не умею. Я не могу читать на иверса. А, как называется язык иверса? Ты не знаешь? Он называется иверский. Ты турист? А, да. Да, я турист. Меня зовут Френ. Никогда не видел туриста, тем более не видел Френ.
Откуда ты знаешь слово это, турист тогда? Добро пожаловать в Виверту. Надеюсь, тебе будет весело. Большое спасибо. Мне пора идти. Пока. Погоди, она что-то скрывает. Привет, крошка-корень. Ты очень милый. Спасибо, ты тоже милая. А, я Френ, а ты? Я? Нет, я не Френ, я Зельма. И я хочу петь весь день деньской. Так, пой, пей, пей, потом пой. А какая любимая песня? Какая твоя любимая песня? Моя любимая песня звучит так. Ой, блин. Один и один будет два. Один и два будет три. Два и три будет пять. Молодец. Математику изучаешь. Хорошо. И 3, и 5 будет 8, дальше я не помню. Я выучил это в школе, это весело. Значит, математически. Мне нужно идти, кстати, у тебя красивые фрукты, увидимся. Ой, там что-то у нее есть. Привет. Добрый день, дитя. Подожди, а что делаешь? Что вы делаете? Война вот-вот начнется, и я не вижу смысла в бессмысленном. Ты о чем? А что вы имеете в виду? Присоединяйся, дитя, я дам тебе золотую монету, если ты выживешь. А в смысле, ага, сейчас ты меня убьешь? Присоединиться в чем? Игра вот-вот начнется. Ты играешь за кабал, я за валок. А, ну ладно. Белая и черная, свет и тьма. Ну давай. Это настольная игра, сэр? Да, настольная игра. Погрузимся в это приключение. Ты против меня. Хорошо. Я на тебе монетку, если выиграешь, что скажешь? Так, подожди, а правила какие? Да, конечно, какие здесь правила? Разместишь ты фигуры по диагонали, горизонтали или вертикали, выигрыш. А, так есть кинулики. Используем механизм, чтобы узнать, кто начинает. Играешь? Конечно, похоже на крестики-нолики, которые мы играли в школе. Но зачем вам отдавать мне золото, если я выиграю? Время золота, я очень стар, я живу очень долго. Я просто хочу весело провести время. Понимаю, что ж, сыграем. Слушай, да ты нифига... Да я отсюда ни хрена себе! В золотых цепях, блин, в ботинках этот, от Версачи с золотыми лепестками уеду. На мана. Это я хожу? Это он ходит. Сюда. Сюда. Падла. Сюда. Все, ничейная партия. Погнали. Ха! Победа! Нанна! Я хорошо... Нет, в грецкие нолики я неплохо играю. Не супер, но неплохо. А в смысле, а сколько раз выиграть-то надо, алло? Давай по той же схеме. Ха! Ничему жизнь тебя не учит. Долго он живет. Слушай, так нормально, а сколько монеток я могу выиграть так? А, так я могу много монеток выиграть, пока не... Слушай, меня устраивает. Схема это вообще, блин... Стопроцентная. Давай вот так пойдем. Вот и все. Да я тебе отвечаю золотыми зубами, как у Цуган отсюда уйду сейчас. А че это он первый? А мне не нравится. Я должен первый ходить. В принципе, неважно. Ну, давай еще разик. Мне таблеточки жадности не хватает просто. Сейчас золото накупим, таблеточки будут от жадности. Да все! Схема простая, блин, до безобразия. Если бы тут был бы АИ такой грамотный, то мы бы это, где-то процентов 90-95 было бы ничья, и процентов 5 кто-то бы выигрывал. Так, очень хорошо, маленькое существо, ты мастер? Да. Хе-хей. А в смысле, а сколько? А, 5 золотых монет. У меня есть 5 золотых монет. На ман, что-то купить можем. Добрый день, сэр. Добрый день, маленькое существо. Я видел летающие лодки, сэр, как они работают? Они словно плавают по воде, но вместо воды воздух, все просто. Ну да, почему нет? А я могу одолжить одну из ваших лодок, чтобы улететь? Я хочу домой. Домой? Понимаю. Но, к сожалению, лодки только для инверсия. А я кто?
Понятно, что ж, спасибо, сэр. Хорошо вам провести время. Слышь, это, сэр, сэр, у меня там монеток 5 есть. Золотых, между прочим. И? У меня 5 монеток есть, слышь. Сэр. Хорошо. А, подожди, я с этой не разговаривал. Нифига себе, таракан. Здравствуй, мисс, у вас замечательные фрукты. Спасибо, дорогая. Хочешь немного? А... Нет, у меня миссия вернуться домой. Хочу быть голодный, когда окажусь там. Ты из какой части Верста? Ты живешь за пределами острова? Да. Нет, вообще я не из Верста, я человек. Человек? Что-то новое. Что ж, надеюсь, ты выполнишь свою миссию. Спасибо, мисс. Передам. До встречи. Че, кому передашь? Так, хорошо. А нам сказали пилить сюда, да? А, и вот туда, я так понимаю. Подожди. А это что? Чудрос Томан. Привет. Добрый день, живой существо. Все хорошо? А что делаешь? Да, я в порядке. А что делаете? Я нюхаю цветок. Приказ от творения. А что, ждешь кого-то? Вы кого-то ждете? Я жду, когда вырастут лимоны. Ты любишь лимоны? На мой взгляд, они немного кислые, но лимонад вкусный. Я как раз буду делать лимонад для посетителей бара. Мы добавляем туда кое-что еще. Чтобы улететь. Собака такая. Ты что, коноплю, что ли, где-то выращиваешь, а? Сволочь ты такая, блин. Улететь? Ух ты, я попробовал. Звучит здорово. Да, вот почему я жду. Я не могу их торопить. Да у тебя вот пару жильца, Растаман. Эй, бар открывается осенью. Будет выступать потрясающий танцор. Должна прийти и потусоваться. Может, и приду. Звучит весело. Спасибо, пока. Ага, то есть надо, я так понял, на осень, да, там надо перекрутить что-то. Что это? А это, наверное, бар, да? Ну, наверное, подожди, а это, стой, откуда? Ёптыть! Придурки коммунизма. А это, слушай, это, подожди, а мы же где-то видели вроде их. Это не те, которые запутались. Ничего себе, что вы такое? Вы выглядите как фея из моих книг. Чистейший из чувств. Свет всей магии. Мы волоки. А, вы сияете и делаете меня счастливой. Такой счастливой? Смотри, создание. Один из молодых волока получает маску. Омбак мам. Пимиль гро, омбак грах. Твою за ногу. Язык ломаешь. Все? Воин солнца, создание из почвы, фрукти семечка. Ага. Будь свободен и пусть вселенная осветит тебя правдой. Че, и все? А, куда вы все идете? Мы продолжаем наш путь к жизни. Да пребудет с тобой свобода, мой друг. Сэр или мисс, вы можете творить волшебство? Вселенная постоянно творит волшебство. Ты сама полна волшебства. Но я хочу узнать, странно, мне кажется, что вы знаете все на свете. Мы свет, мы повсюду. Какие ответы ты ищешь? Я хочу узнать, кто убил моих родителей? Почему монстр охотится за мной? Правда придет к тем, кто ищет твой путь к истине бескрайний. Ты живешь в мире, который повернулся к тебе спиной. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду, и сильна, чтобы отпустить ее. А-а-а! Это, короче, ты запомни эту фразу. Это вообще отмазочка вообще на все 100. Дорогая, не грусти. Нам нужно идти дальше. Тогда. Да, котик, ты прав. Ты прикинь, это нифига себе отмазка, да? А это, подожди, что за херня? Что он делает? Она руки меняет. Ух, такой огромный волока. Хоть и не настоящий. Подожди, а что это делает? Ладно, пошли, но не сюда, я понял. Так, это что, это гора, наверное, да? А тут я не прочитаю. Так, наверное. Что это? Здесь ничего нет, кроме стоп и деревьев. Хорошо, идем вверх. Вершина горы находится высоко, потому что это вершина, логично. А что такое, нет? Вообще, я понял, сюда сказали зимой прийти. Ага. Понял. Значит, смотри, мы идем, этому нужна осень, сюда, туда прийти зимой, то есть вот это подергать. Погоди, ты что, перед чем дергать, давай еще сюда сходим. Хотел бы отложить эту лодку. Все, да?
Ну давай дергать. Да, ёшкин ты крот, в смысле сломалась? Что странные часы, где цифры? А что, я что-нибудь могу сделать? Может, я делал что-то так, но как это работает? Погоди, нам нужно тогда к часовщику сказать, что ни хрена не пашет. Он нас отправит сюда, скажет, давай делай шестеренку, я понял. Сэр, у меня есть небольшая проблема. Да, но у меня нет. А часы на дереве, они сломаны, я не могу заставить их работать. Прошу, помогите. Сломанные часы, это безобразие, бедные часы. Да, быстрее чини. Вы должны мне помочь, прошу, почините их, мне нужно домой. Я никогда не чешу часы, да просто так, иначе моя жизнь пропадет зазря. А о чем вы говорите? Я беру одну золотую монету за часы. Время золота, знаешь ли. Так на-на-на, я что, 5 монет, что ли, зря подрезал у него это. И вот я себе так зарабатывал бабки, я давно бы уже, не знаю, ездил на Бугатти Чирон какой-нибудь. Да, да, но сначала ты должна предложить мне работу, хорошо? Будь вежливой. А, хорошо. Сэр-часовщик, хотели бы вы починить мои часы? Замен этот кусок золота и во имя времени. Я умоляю вас принять мое предложение. Конечно, это было восхитительное предложение о работе. Очень страстно. Отлично, пойдемте к большим часам и починим их. Пойдем петь, старый. Ну, туда, да-да-да, правильно идешь. Ты уже починил? Ты была права, часы сломаны. Вы ведь можете их починить? Конечно, секунду. Ёптыть. Ёптыть, заработало. Да, вот. Что такое? Похоже, что эти часы кто-то повредил. О чем вы? Я имею в виду, что их сломали, это аморально, ломать беззащитные часы. Зачем кому-то их ломать? Камалы, зима, гороготы, камни. Много причин, мисс. Ох, о чем вы говорите? Я не понимаю. Камалы, злая тьма. Они работают на ремора, жуткую черноту. А, только камалы могут здесь находиться. Единственное зло у нас в округе. Это меня не удивляет. Ремор хочет получить камни. Но я не понимаю. Для какой цели эти камни не имеют смысла в его королевстве? А камни в зимнем времени. Ремор это огромный черный монстр в маске... А! Ремор это огромный черный монстр в маске козла, мертвого козла. Да, ты его знаешь? Да, думаю, я из-за него и попал сюда. Понимаете, я человек. О, человек, теперь я понимаю. А, мне тоже нужны камни. Они мой способ попасть домой. Надеюсь, еще не поздно. Вот почему тебе нужно попасть в зимнее время и отправиться к Рекотрам. Так, сейчас туда пойдем. Да, именно. Я должна поговорить с великим волшебником и наложить камни. Что ж, я все починил. Я дам тебе кое-что для удобства, вот. Ага! Это типа это, на расстоянии, да, можно? Это путь управления часов. Ты можешь отправиться во все 4 времени года, просто повернув его. Это только прототип. Он может не сработать, если ты будешь далеко. И запомни, время — это бесконечность, да и стоит реальность. Будь осторожна. Я буду осторожна, большое спасибо. Очень милый часовщик. Прошу, зови меня Когвинт. Хорошо, мистер Когвинт. Кстати, я Фрэнд, скоро увидимся, пока. Ага! Так, врубаем, идем за лимонами, да? О, лимоны, смотри. Сэр, я могу взять один из ваших лимонов? Прости, милая, ресурсы ограничены, я не могу тебе их дать. Я забираю все лимоны. Что может унести корзина? Все лимоны из дерева. Слышь, я зиму включу. Козел. Жадный. А, он в бар пошел. Добрый день, юная леди. Покажи свой билет, пожалуйста. А, у меня его нету. Здравствуйте, сэр, у меня нет билета. Где его достать? Что? У всех граждан версии есть билет. Почему у тебя нет? Так я не это. Я не гражданин, сэр, может, поэтому? Не гражданин? Что-то новенькое. Извини, но я не могу тебя впустить. А что делать-то? Хорошо, сэр, я понимаю, но что мне делать? Я очень хочу зайти. Я не знаю, такого не случалось раньше. Так, бля, кому-ка, если у всех есть билет, и такое раньше не случалось, так почему ты просто вообще почему спрашиваешь-то об этом? Похоже, придется искать другой способ попасть внутрь. Спасибо, пока. Блин, а тут что-нибудь есть? Ну, тут что-то есть, но это нифига не поменялось. А что-то крутится непонятно зачем-то. Ну, да, музыка такая прикольная играет. Подожди, а может ты сейчас уйдешь?
Понятно. Пойди, давай зиму тогда. Бар снесли. Чуть поменялось? Нифига не поменялось. Хорошо, пойдем, нам к волшебнику сказано. Опа, внезапно. А, теперь понятно, почему там было просто это. Ты шамань, на шаманька, а что-нибудь? Ой, вы великий волшебник, сэр. Ты глухой? Извините, сэр, я Фрэн, и мне нужна ваша помощь. Это гора Котрым. Простите, вы можете говорить? Я слишком много вопросов. Это хорошо. Ой, простите, сэр, король сказал, что вы мне поможете. Король говорит, мы исполняем. Я хочу одолжить у вас камни, чтобы открыть дверь в мой мир. Камни пропали, я не помню, где они. Каждый раз, как они ищут, я прячусь. А когда я прячусь, я забываю, их нельзя найти. Подожди, кого найти? Какие черные тени? Ох, понятно, но может я смогу вам помочь их найти? Я просто хочу узнать ответ на главный вопрос. Какой? Откуда появляется кролик из шляпы? Я видел, как это делал человек, кролик появляется из пустой шляпы. Как? Это величайший вопрос из всех. Потому что если существо не существует, если ничего не существует, тогда ничто существует. Ой, блин, сейчас подожди, у меня мозг сломается. Но если ничто существует, тогда нет никого ничего. И мне снова любопытно. Как? Подожди, а спросить нельзя было? Сэр, почему бы вам просто не спросить, как, кто это сделал? У меня посетитель. Добрый день. Что привело тебя к великому волшебнику? То есть ко мне, к твоему сведению. Погоди. Что, блин? Ты тормоз. Добрый день, сэр. Я пришел за камнями. Король прислал мне. Камни? Давным-давно он уже... Кто-то уже приходил и спрашивал о них. Я сотворил самое фантастическое заклинание из всех, чтобы никто не смог их найти. Знаешь, черные тени, камалы. Они постоянно пытаются их украсть. Поэтому я должен был удостовериться. Понятно, все, я понял. Он дурачком прикинулся. Прикинулся шлангом, я понял. Так, да короче. Но, сэр, мне нужны камни. Это место не мой дом. Камни прячутся. Я помню только 4 загадки, связанные с камнями. 4 загадки, которые восстановят мою потерянную память. Только ответив правильно на все 4 загадки, я смогу сказать, где найти 5 предметов. Эти предметы являются камнями в своих слоях реальности. Ага, понял. Затем, единственный, кто сможет их вернуть, это я. Давай загадки, я понял, о чем речь. Каждая загадка находится в своем времени. А когда мы их соберем, он что-то там бзикнет у него, он смотрит, где камни. А камни по-любому, кажется, где-нибудь в левом или в правом кармане. Это ж классика. Позволь мне показать тебе. Ясно? Ясно, что... Да. Ты нифига сатанизмом пентаграмму нарисовал, слышь? Это звезда Эверсты Омки Бэй, величайший путеводитель неба. Величайший страж этой земли. Это круто, загадки где? И что должна делать, сэр, где загадки? Я дам тебе 4 загадки, написанные на языке всего. Ответом всегда будет один предмет. Развести предметы на звезде и версы, на соответствующие символы. Так подожди, загадки 4 же, а это тут-то 5. И после этого я скажу тебе, где камни. Эй, подожди, стой, я не прочитал. Большое спасибо, сэр волшебник. Сэр волшебник, король сказал мне, что вы можете сделать меня человеком. Он так сказал. Думаю, он прав. Хотя я едва помню, как это делать. Так, вы не помните, но я не могу отправиться домой, как дерево. Я понимаю, но сейчас я не могу помочь. Мне нужно восстановить свои знания. Я понял, да, загадки. Мы попробуем это сделать. Мы пробуем сделать тебя человеком после того, как ты найдешь первый камень. Ах, это было потрясающе. Да, потрясающе и здорово. Просто попробуй разгадать загадки. И я думаю, все будет хорошо. Сэр, мне нужно делать что-нибудь особенное, чтобы стать человеком. Как мне кажется, запах очень важен, если я правильно помню. Так, принеси мне свою одежду, и мы посмотрим, как это делается. Хорошо, сэр, я принесу вам свою одежду позже, пока. Так, подожди, загадки, стой. Что их объяснять? Это, начитать, изучать.
Холодна обычно я, но лишь используешь меня, я стану очень горяча, зашибись. Словно солнце я сияю, но совсем не обжигаю, лишь кислую улыбку вызываю. Лимон. Да, он желтеньким сияет, нифига не обжигает, и это рожа-то ваш, ну, бесконечность морда у тебя в это, вот, вот туда, вот скукожится. Так, ладно, дочь, плыви, плыви, танцуя сквозь поток воды. Это река. А, нет, танцую сквозь. Так, я не понял. А легкие пустотелы для птиц свободу я несу. А людям письма я пишу. Типа ветер. А, подожди, подожди, а чуть могу подрезать у тебя? Ну, я, да, наверное, тут не получится. Так, подожди, значит, мне нужен лимон, я понял. А, подожди, а сейчас что наверху там? А это рожа чья-то. Фига себе, покемон. Котик, ты видел это? Видел? Да, моя дорогая, видел. Что это было? Я думаю, это были тени. Ой, не хочу их снова видеть. Снова? Да, котик, они были повсюду в клинике. Я хочу домой. В клинику. К своим теням. Скоро? Скоро мы отправимся домой, дорогая. Котик, ты можешь мне кое-что пообещать, чтобы не случилось? Мы будем всегда на одной стороне. Конечно, моя дорогая, я обещаю. Отлично, тогда нам нужно идти дальше. Подожди, это что же какая-то? Вершина горы находится... чего? А если я так сделаю? Ну, в общем-то, ничего не поменялось, поэтому пойдем. Так, хорошо, давай сюда. Давай теперь думать. Пошли вообще походим в этом времени, посмотрим, что тут вообще произошло. Ты что произошло? А как это теперь выглядит? А, на, смотри, свалился. Так это ж, слышь! Шпалантрас. Офигеть, я его запомнил имя. Шпалантрас, сэр. Подожди, не уходи. Ох, нет, он выглядел очень плохо, котик. Разве он не доктор? Может, он вылечит себя? А, да. Надеюсь, он был так плох, что он потерял перо. Что же произойдет? Что же произошло? Подожди, перо надо взять, да? Перо Палантраса, на нем кровь. Ага. Ой, лодка. Пока ты стягивай дом, я не могу на ней плыть. А если так? А если так, то ее угнали. А если так, я могу. Смотри, котик, залезай в лодку, пойдем кататься. Да ладно, что, реально? Ай, удочка, стой! Погоди. Яйца коры лизает, слышь, кот. Так, подожди, я удочку взял. Что-то движуха какая-то начинается. Пока сомнительная, ну какая-то есть. Что это? Надо знать, что делать? Мне кажется, надо каждый раз вот так переключать. Вот это сейчас тупо и эпично смотрится на лодке посреди льдины. Ладно, пока ничего не поменялось, плывем сюда. А, так мы тут были. А, за одеждой он сказал, ну. Френд, мы были здесь прежде, я починил мост, чтобы достать твою сумочку. Ух ты, котик, ты очень умен, надеюсь, мы найдем мои вещи. Все верно, да. Так, давай, забирай вещи все. Котик, я не могу найти таблетки. Может, таблеток здесь нет, может, ты их потеряла. Что ж, в любом случае, они не принесли никакой пользы. Возможно, они еще найдутся. Пойдем. Так, ладно, одежду я взял, хорошо. Ага, ну то есть это, кстати, неплохо. Смотри, а тут я переключить не могу ни на кое время. Вообще, кот, ты как бы не починил мод здесь так вот технически. Ты его доломал? А что это такое? Чего себе, крошечный остров? Понятно. Все с вами ясно. Давай вот так. А, не, подожди, мы зимой путешествовали, да. Пойдем смотреть, что там зимой поменялось. Вот сюда. Погоди, я сейчас другое время переключу. Подойди ближе, Фрэн. У меня есть то, что ты хочешь. То, что ты ищешь. А, сейчас. Ага, нифига у тебя рот, ты слышишь? Мамочка, это ты, мамочка. Любимая дочь, подойди, позволь прикоснуться к тебе.
Мамочка, мне страшно. Но тебе нечего бояться. Подойди ближе, Френ. Я хочу поцеловать тебя. Но ты не можешь быть моей мамочкой. Нет, она мертва. Подойди ближе. Сейчас же. Иначе большой монстр придет за тобой. Нет, ты не моя мамочка. Оставь меня в покое. Дорогая, большой монстр придет за тобой. Он придет и заберет тебя. Придет и заберет тебя. Мое горло болит. Не могу я так орать. Мамочка, ты пугаешь меня. Мама, прекрати, прошу. Так, спокуха. Давай обратно. Тё, их уже нет, тут нормально. А что такое, это шарфик? И кузнецов нету, никого нету. Зимой тут, походу, все, и вообще ничего не работает. То есть зима это чисто нам, походу, для того, чтобы этот... с волшебником увидеться. Погоди, а что там загадки-то были? Секунду. Голодна обычно я, но лишь используя меня, я стану очень горяча. Но лишь используешь меня. А, ну слушай, может какая-нибудь свеча? Так, лето. Так, давай на осень. А, это весна была, это лето. А мы в каком времени-то были, подожди. Весна нам нужна. Мне кажется, ничего не меняется. Надо посмотреть вообще, что происходит, что меняется, что нет. Ой-ой, подожди, это селедка. Так много рыбы, кажется, они торгуют. Подожди секунду. Вот сюда. Я не могу поймать рыбу, это удочка, она сломана. А, подожди, кузнец. Это, стой. Использовать, на. Сэр, смотрите, я нашла удочку, но она сломана. Вы поможете? Давай посмотрим, где крюк. Ты видел крюк? Что? Вы в точности повторили то, что мне сказали в клинике. Какой крюк? Правда? Кто? В какой клинике? В клинике Уорсфилда, сэр. Медсестра, когда сломала штору. Понятия не имею о чем ты. Ты весьма странная. Короче, делай крюк. Итак, забудем об этом. Вы можете сделать мне крюк для удочки? Да, давай. Если дашь мне одну монету, я дам тебе половину крюка. Если дашь мне две монеты, получишь рабочий крюк. Мне нужна половина крюка, мне нужен целый. Ты нифига, да, разводит. Все вместе будет стоить 3 монеты. Ты офигел, что ли? Только что было 2. Одна монета за полкруга, 2 за рабочий. А, вон и что. В смысле? Ты офигел, что ли? Давай тебе 2 за рабочий дам. Ох, сэр, вы очень сложно. Я принесу вам монет. Так на, как бы это. Так это, подожди. У меня ж монеты же есть. 4 монеты, ну. Так. А, в смысле, я понял, да. На, падла такая. Вот ваши 3 монеты, сэр. Замечательно, спасибо. Вот и крюк, надеюсь, он работает. В смысле, ты надеешься? Спасибо, сэр, изумительно, мне пора идти, пока. Ты прикинь вообще, скотина, это кидалово. Увидел ребенка, начал разводить. Давай сюда. А, еще привязать чем-то надо. А, нитки. А, хорошо, ткань нитки, чтобы... Нет, в смысле это. Хороший день для ниток, к вашим услугам. Так это... Мне нитка нужна. А в смысле, как купить-то? На монетку. В смысле, не нужна, тебе нитка нужна. Так. Непонятно. А, секунду. Давай пробуем в другом времени, может тут что-то другое будет. Так, он, конечно, скотина. Ткань и нитка, ну да, значит, другой надо. Значит, нужно типа леску. Так, тут мы ходили, уже смотрели. Давай тогда вот так сделаем. Что-то точно не происходит. Все нормально, курит, их только зимой такие бывает. А, нет, часовщика нету. Подожди, а что это? А, нам билет нужен. Подожди, так а мы что, давненько не ходили в этот? Скажи мне, в замок. Сейчас давай сюда пройдемся. Нам бы в замок. Да.
Так, этот лимон... Погоди, лимоны? А он мне фиг даст их. Ну, ты скотины, конечно. Мне кажется, что-то надо его как-то подловить. Ладно, пойдем тогда в сторону волшебника пока. Так, он попросил одежду, хорошо. Одежда использовать на. Пахнущая одежда. Я пока не могу тебя сделать человеком. Найди первый камень. А, ну хорошо. А, она у меня осталась, да? Ну ладно. Ну ладно, хорошо, пошли тогда до замка добежим, глянем, что там происходит хотя бы. Я бы посмотрел, что... Да, что там? Понятно. Так, проверяем. То есть, если я хочу где-то не заметно пройти, это получается надо зимой ходить. Нет, не везде, смотри-ка. Это ему пофигу. Зимой тоже да не пустишь. Я понял, да. Так, нет у меня пароля, отстань. А, кто, подожди. Вы знаете, кто его может знать? Да, великий волшебник. Да, великий волшебник, он знает все. Хорошо, так я буду искать пароль, пока. А, так надо у него поговорить с ним. Потому что вообще по блату все. Уже друганы великие. Так, Турнепс не вернулся, хорошо. Ты что-то поменялось? Нифига. То есть в замке делать нечего. Не, ну хорошо, пошли тогда сходим. Да, пошли еще сходим к этому волшебнику. В принципе-то, почему нет? Блин, а что бы мне взять такого, чтобы связать-то? Надо вообще козел. Надо веревочку, надо веревочку. Веревку она покупать не хочет. Почему? Это, ну-ка, пропороть, спроси. Вы можете мне снова объяснить загадки? Я забыл, что делать. Просто размести правильный ответ на верных местах. Звезда и версты. Когда завершишь, мы продолжим. А сейчас меня ждет кролиководство. Так подожди, какое тебе кролиководство? Стой. Зачем мне это барахло, интересно? Она же еще пригодится или она просто остается? Блин, непонятно нифига. Так. Подожди, там лимон был или что? Вот тут бог, что лимон вроде валялся. А, нет, это гриб. А, что-то подожди, она говорила, созреет, ну-ка. Ох ты, это цветок красивый, и отличается от остальных. Так давай возьмем его что-то. Мне нужны щипцы, чтобы нарядить злому монстру. А, шипы. Срезать можешь? Можешь. Ага, значит пригождается. Так, ладно, Погоди, слышь. На тебе карточка. Погоди. А я могу нарисовать что-нибудь? Нет, да? Хорошо, я тебе могу его дать. Так вот, я про что и говорю. Нам бы текст переписать. А, подожди, я понял это. Нет, да? Черт. Нам бы перерисовать как-то. А что такое? Нифига себе. А это у меня откуда? Нормально, подожди. А это у меня это когда появилось?
Я охотился за правдой, но открыл нечто другое. Я обнаружил то, что мои чувства не в силах показать. Я нашел истину, которая молча таилась в неизвестности. Леон Кастильо, один из тысячи. 11 июля 1901 года. Меня зовут Леон. Сейчас мне 92 года, и я живу один в маленьком доме вдали от города. Стоит признаться, я никогда не любил драгоценности, дома или одежду. С самого детства я разговаривал с животными, растениями и насекомыми. И хотя я не получал ответа, я никогда не отступал. Если вы это читаете, возможно, вы ищете ответы. Видите то, что не видят другие, или можете чувствовать то, что другие избегают. Вы можете прислушаться к тишине. 17 декабря 1975 года, 800. Я не могу остановить это, не могу контролировать. Я повсюду вижу черные тени, кровь, послания, крики, боль. Я не могу понять, почему это происходит со мной. Так. Плачь того, что больно. 19 декабря этого же года. У меня было видение. Я все еще вдыхаю страх и веду борьбу со своим собственным разумом. Одна из теней спустилась с небес. Я подумал, что это ангел. Его звали Ремор, принц тьмы из пятой реальности. Он говорил со мной и игрался, и показал мне всякие ужасы. Он сказал мне, что я ключ к его существованию. В моей голове камень мудрости, в моей голове камень мудрости. В смысле? Камень мудрости, подожди, дальше нам глуда где-то идти. 13 января. Я вижу себя повсюду, другого себя, говорящего ложь, рассказывающего о всей боли и страданиях своей жизни. Другой я хочет, чтобы я совершил самоубийство. Он улыбается, когда придут эти слова «убей себя». Я пытался загипнотизированным его словами, но всегда было что-то, что спасало меня. Должно быть, это любовь к жизни. 15 января. Я повстречался с тенью. Впервые она заговорила со мной. Камалы. Их раз называются камалы. Они выискивают слабость и боль. Я спросил тень об одержимости человеческими телами, и она ответила. Мы рождаемся и кормимся от страха и неконтролируемой болезни человеческого разума. На них мы невидимы, но наше существование охватывает каждую живую клетку тела до самого конца. После этого начался дождь, и тень покинула меня, оставив за собой масляный след. Полагаю, вода может их очистить. Ага. Увидев, как камалы реагируют на воду, я решил провести небольшой эксперимент. Прошлой ночью я обнаружил нечто удивительное. Получается, что камалы превращаются в новый вид существ, когда подвергаются воздействию воды. На метаморфозу было больно смотреть. После ужасных криков камал успокоился и начал плакать на земле. Казалось, будто боль исчезала. Спустя несколько минут перед мной возникло яркое и мирное существо. Казалось, будто яркое существо могло читать мои мысли. Я благодарю вас за то, что разбудили меня. Я страдал. Я должен отправиться туда, где мне есть место. И Веста ждет. Всем валокам следует отправляться туда после пробуждения. Пойдемте со мной, если хотите увидеть свет. У вас есть ключ, он сказал. Я не ответил. Спустя некоторое время он исчез. Ключ. То есть, подожди, валоки это дождем надо это, водичка полить его. Этих. И получится валок. Камалов. Я пересчитывал свои записи, чтобы убедиться, что ничего не упустил. Я вспомнил Ремера из пятой реальности. Если существует пятая реальность, должно быть, по крайней мере, еще четыре. Я подумал, что Иверта может быть не городом в этом мире, а самой реальностью. Хотел бы я, чтобы все ответы пришли ко мне. Я глубоко сожалею, что не принял приглашение Валака. С тех пор, как я увидел Валака, эта схема постоянно верится в моей голове, как и одно предложение. Время — это ритм нашего восприятия. Типа пять реальностей. 13 марта. Меня носил сын Брайан. Я рассказал ему про то, что я видел, но он не захотел слушать и ушел. Я его не виню. Я понимаю, что моя реальность невидима для большинства людей. Хотел бы я найти друга, похожего на меня, потому что мой сын, он думает, что я безумен. 25 июля. Мое тело и разум начинают понимать закономерность. Жизнь становится довольная. Легко контролировать, когда вы исключите все социальные законы и будете применять лишь законы нашей реальности. Ведь они являются не только законами, но и манерами поведения. Химическими манерами поведения, законами природы. Без этих манер поведения, без этих законов мы бы не существовали. А порой мне хочется быть листочком на земле спокойным, покуда приближается смерть. Я могу это взять? Не могу. 11 ноября. Прошлой ночью после урагана огромный зверь посетил мой сад на несколько секунд, а потом исчез. Я нашел странную бутылку с розовой жидкостью на том самом месте, где приземлился зверь. Я не могу в полной мере понять содержимое бутылки. Я обнаружил красные кровяные тельца и нераспознанные бактерии. Кажется, бактерии избавляют любое живое существо от негативного воздействия. Я полил небольшое количество розовой жидкости на умирающее растение, и оно расцвело через несколько минут.
Я порезал палец, чтобы проверить жидкость на человеческой ткани, и порез затянулся через пару секунд. Эти бактерии могут действовать в качестве тромбоцитов и лейкоцитов, но с очень высокой скоростью. Так это палантрас, и это где нас купали. 2 ноября. Мне снились 1000 черных котов, окружающих мой дом. Большие желтые глаза, смотрящие в мой сон. Существа, населяющие... Ага, смотри, сколько будет-то. Вырвано. Сколько? Существа, населяющие Верту, разнообразные. От корней до гигантских насекомых. Корни были первыми в этой реальности. Насекомые прибыли позже. Я выучил их язык и числительные. Ага, смотри, алфавит. Ашибхаси. Великие Валуки являются началом первой реальности. Праймив, свет. Щит Валака. Строение тела Валака довольно родится с нашим. Они состоят из фотонов и звуковых волн. Также они одновременно мужского и женского пола. Когда детеныши достигают 299 миллионов 792 тысячи 459 лет, их коронуют щитом. То есть это вот тот молодой Валак был. Жьяр, создание великих Валак. Король Иверты, второй реальности жизни. Во время пребывания в Иверсе ты становишься тем, кем бы ты не мог стать на земле. Здесь листья поют, падая с дерева, а вода шепчет свою мудрость, когда ты ее пьешь. Пандора. Создание 5 реальностей. Неотъемлемого существования находится в человеческом мире и в третьей реальности. Земля, Марс и Юпитер. Сознание. Практика воли. Че, блин? Сенерседи. Конец колебаний. Когда оба конца противоположности одинаковы. Находится в третьей и четвертой реальностях. Смерть. Мабука. Конец света. А это у нас, значит, пятая реальность. Там смерть — это конец света, все понял. То есть свет, жизнь, смерть и конец света. Ага. Как он замудрил-то, а? 23 марта. Мать Мабука отпускает меня. Я провел 15 дней здесь, в логове Мабуки, и я устал. Мне больше не нужно прятаться от боли, ведь она является частью меня. Кажется, будто любовь везде и во всем. Мне нравится плакать, мне нравится смеяться, мне нравится быть живым. Запись без даты. Я готовлюсь вернуться домой. Мабука отправила меня в бесконечные пределы логова Мабуки. Я жду люцифернов. Я должен подружиться с ними, точнее стать одним из них. Люциферны собираются в нити. Вот почему они выглядят так, будто отращивают волосы. А большое лицо служит средством общения и отпугивает хищников. Надеюсь, мое тело выдержит путешествие. А, это те, которые запутались. Гравитация собирает частицы, чтобы создать новые. Это сила созидания. А созиданием эволюция неизбежна. Рисунок твоего похож на антенну. Понятно. Вот это сейчас было внезапное открытие. Так, тут много спичек. Ладно, давай с тобой на этом пока мы закончим. Посидим, покумекаем, как-то так. Будем думать, не знаю, пока что-то это... Информации много, пока я не понял. Мне кажется, надо как-то тут этого обмануть. Подожди, слышь, дай поболтать. А они не говорят со мной. Не хотят. Вообще ни разу. Ну и ладно. Давай с тобой на того, что мы закончим. Все ссылки в описании под видео. Серия понравилась, большой палец вверх. Оставляй комментарии, подписывайся на канал и на паблик. Всем удачи, всем пока.